Привет, привет! Всех рада приветствовать. Сегодня у нас 3 декабря. На улице такая прекрасная погода. Мороз и солнце. День чудесный. Вот там за вот этими елочками мой дом. Вот отсюда не видно. Вот туда надо подниматься. Пошла на рынок и в церковь. Нужно мне зайти. Прогуляемся. Снега вообще чуть-чуть у нас только. Зато когда не надо, он идет у нас, снег навалит. Пятерочку, то есть монеточку. Вот, надо мне посмотреть. А, чупа-чупс, 3 кота собрать. Есть, нет? Сейчас посмотрим. А у вас... Всем привет-привет! Сегодня у нас 4 декабря. И я, как всегда, в своем любимом кабинете на кухне поставила печь плюшечки, сделала чай свежий, и вот немножко он горячий, чуть-чуть сейчас подостынет. А в это время я покажу, чем я занимаюсь. А занимаюсь я вот чем. На спицах у меня новый проект. Это носочки-сапожки. На одном канале я увидела эти сапожки-носочки, и мне очень понравилось. Захотелось мне тоже связать. Только там пряжа была, по-моему, Лана Голд. Альпака даже, по-моему. Вот точно не могу сказать, какая там пряжа была. Но у меня есть альпака, но она светлых тонов. Белая и светлых тонов. Я посчитала, что для носочков белая не подойдет. Может и подойдет, но я эти хочу носочки связать и подарить маме. Маме у меня уже много лет. Мамочка, привет! Я хочу вот ей связать. Камера не передает. Это джинс цвет и малиновый. Вот я смиксовала. Хорошо прям получается, мягенькие. И тянется хорошо. Так, расскажу, какая это пряжа. У меня этот пряжа, я внуку старшему вязала джемпер с жаккардом, и буквально оставалось на один рукавчик, надо было 21 рядочек привязать, и у меня пряжа закончилась. А чтобы жаккард еще добавить надо было, то надо было полностью все распускать. И я пошла и еще купила вот такой пряжу, это было тот год еще. А это, не знаю, наверное, что-то тоже вязала, потому что остаточки остались. Их ни туда, ни сюда. И вот я решила смиксовать, и тепленько, и хорошо будет. Расскажу, какая это пряжа. Так, вот эта пряжа Ангора Ализе Реал 40. Что-то
камера опять хулиганит. Цвет 411. Состав этой пряжи. Десять процентов акрил, 40% шерсть, 100 граммах, 480 метров. Что-то никак зарник у меня камера. Вот. И цвет. Вот 411. А эта пряжа у меня Alize Classic Lana Gold 800. Состав этой пряжи 51% акрила и 49% шерсть. Цвет этой пряжи номер 57. Знаете, вот этого вот клубочка точно хватит, потому что он полностью целый, там граммульчик взят. А вот это вот, думаю, ну тоже, наверное, дома хватит. Все-таки прилично, 9 грамм, наверное, 20. Вот. Такими вот я занимаюсь делами. И сегодня я закончила пончо для девочки. Все, ее постирала. Безрукавку свою я тоже закончила. Все высохнет. Завтра, послезавтра покажу. Вот такие вот у меня дела. И вчера у меня такой случай был интересный. Меня попросили купить чупа-чупс три кота. Ну, я думаю, что чупа-чупс — это такая вот карамелька на палочке, да? Я все магазины оббегала, спрашиваю продавцов, мне надо чупа-чупс три кота. У нас здесь есть один магазин, который вообще полностью только лишь продает всякие сладости, конфеты, выпечка, ну все такое вот. Я у продавца спрашиваю, есть у вас чупа-чупс три кота? Показываю ей фотографию, что мне надо вот такого чупа-чупс. Она на меня смотрит и говорит, чупа-чупсов таких нет. Звоню тому, кто мне это заказал. Они мне говорят, это надо шоколадный шар с сюрпризом. Вот, представляете? А здесь написано чупа-чупс. Я и спрашиваю чупа-чупс. Мне надо было вот такую полностью коробку купить. Но пока я бегала, искала, два купили. И вот пришлось мне покупать всего лишь только 16 штучек. Вот, а мы, оказывается, бабушки-то и не понимаем, что иногда нам заказывают. Когда домой пришла, все прочитала, все написано, что, ну, я думаю, чупа-чупс, который карамель на палочке. Ой, ну теперь надо еще мне два подкупить. И еще мне вот такие надо тоже чупа-чупс. А, есть вот такая вот желтая коробочка, а есть еще коробочка синяя. Вот мне надо полностью купить синюю. Вы представляете, детки, на Новый год вот подарите, да, они будут открывать. И все вот эти вот три кота будут в наборе. Вот, вот сегодня с мужем поедем в магазин. У меня еще заказ пряжи пришел. Посмотрим, есть такие у нас или нету. Ой, вот так вот. Вот такие вот у меня вчера были. Сдвиг по фазе. Чупа-чупс искала, а это шоколадный шар.
Ну ладненько, мои хорошие. Я сажусь чай пить. Присоединяйтесь ко мне. Всем приятного чаепития. Еще хочу рассказать про вот эти конфеты. Муж купил конфеты. Я сижу, чай пью, не пойму, что такое, как алкоголь какой-то, вот как коньяк, не коньяк, водка, не водка, конфет отдает. Ему говорю, на, попробуй. Он попробовал, говорит, натуральный конина. А когда потом присмотрелась к конфетам, оказывается, эти конфеты, Мономах, князь Владимир, содержат, плохо видно так, алкоголь, содержит алкоголь. Представляете? А вот мы не рассмотрим, что дали бы детям. Да, они что-то такие конфеты эти дорогие, 670 рублей килограмм. Вот не фокусируются. Вот, содержит алкоголь. Ладно, внуков не угостила. Но поела бы внуков-то своих. А так конфеты вкусные. Так что я сажусь чай пить с кониной.